Быстро, эффективно, квалифицированно. В центре Симферополя на улице Толстого, 12, открылось детское отделение клиники Авиценна. Здесь оказывают весь спектр медицинских услуг для маленьких пациентов. Несмотря на то, что наше детское отделение клиники открылось совсем сравнительно недавно, оно успело завоевать доверие наших пациентов. В детском отделении Авиценна ведут прием специалисты – педиатр, невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, хирург-ортопед, эндокринолог, гинеколог, психолог, лор-врач. Центр оснащен всем необходимым оборудованием для своевременного оказания необходимой помощи, в том числе УЗИ-аппаратом, электрокардиографом и отдельной лабораторией. В функции врача-педиатра входит осмотр ребенка, оказание неотложной помощи при необходимости, значит, назначение лечения. Приятные новости для мамочек, не имеющих возможности привести ребенка на осмотр в клинику. Дополнительная услуга – выезд врача на дом. Каждому ребенку внимательные врачи обеспечат индивидуальный подход. Мне нужно было быстро показать ребенка врачу. В обычную клинику невозможно записаться, там по неделе как минимум нужно ждать. Сюда быстро записались, получили помощь, уже и почти здоровы. Поэтому буду сюда обращаться дальше. Помимо быстрой и квалифицированной помощи, в отделении позаботились и о досуге маленьких пациентов. Зона комфорта с интерактивной доской, яркими иллюстрированными книжками и отвлекающими внимание игрушками поможет поднять ребенку настроение и обеспечить качественное обследование. Очень комфортно, и нет очередей, и серьезные специалисты. Специалисты каждый по своему профилю высококвалифицированные. Детское отделение клиники Авиценна удобно расположилось в центре Симферополя. Ежедневно на улице Толстого, 12, вас ждет команда врачей с многолетним опытом и индивидуальным подходом к вашему ребенку.